В ходе экспедиции на архипелаге Галапагос эквадорские ученые обнаружили черепаху, которая считалась вымершей более 100 лет. Рептилия принадлежит к виду Хилоноидис фантастикус, известному также под названием гигантская черепаха острова Фернандина. Последний раз его представителя видели в 1906 году. По словам ученых, найденная черепаха – самка, возрастом, вероятно, более 100 лет. Теперь специалисты намерены снарядить новую экспедицию на поиски, возможно, выживших ее сородичей. Фернандина – третий по размеру и самый молодой в геологическом отношении остров архипелага. На нем до сих пор продолжается сейсмическая активность. Последний раз вулкан здесь извергался в 2009 году. Это, вероятно, самое важное открытие последнего века. Считалось, что черепахи острова Фернандина вымерли более 100 лет назад из-за его вулканической активности. Проводились многочисленные исследования и экспедиции, но ни одного представителя этого вида ранее не было найдено, только их следы. Если генетический анализ покажет, что это действительно Хилоноидис фантастикус, то вид перейдет из разряда вымерших в разряд вымерших в дикой природе. А затем мы начнем программу по искусственному восстановлению популяции и сможем снова заселить этот остров.